Новочеркасск является четвертым городом Ростовской области, в котором появился трамвай. Трамвайная система запущена в эксплуатацию 22 января 1954 года. Первый маршрут пролегал от улицы Пушкинская до завода имени Буденного, ныне Новочеркасский электровозостроительный завод. В 1955 году в городе было два трамвайных маршрута, а в 60-м году появился еще один. В 70-е и 90-е действовал маршрут номер 4, трампарк, улица Беляева. С середины 90-х годов в городе снова действовало только три маршрута, но в марте 2004 года начал работу кольцевой трамвайный маршрут «Разъезд-Невс-Разъезд». Протяженность трамвайной сети составляет почти 43 километра. В настоящее время в городе действуют 4 трамвайных маршрута. На балансе депо находится 18 трамвайных пассажирских вагонов модели 71605, 71608К, 71608КМ, 71619К, а также 5 служебных вагонов. Примечательно то, что на улице генерала Лебедя работает штатный поворотный треугольник, на котором трамваи производят разворот. Трамвайная сеть Новочеркасска находится в очень плачевном состоянии. Поломки на линии, сходы с рельс и даже возгорание вагонов здесь уже привычное дело. К большому сожалению, перспектив у трамвая почти никаких нет. Интервалы движения очень большие. Наполняемость вагонов редко бывает большой. Трамвай в Новочеркасске экономически невыгоден, поэтому не исключен вариант скорого его закрытия. Но будем надеяться, что Новочеркасский трамвай еще найдет своих пассажиров и будет жить, неся свою службу на благо городу и горожанам. А теперь предлагаем вам посмотреть видеофрагменты повседневной работы Новочеркасского трамвая. Приятного просмотра!
Thank you.
Thank you.
Сюжет озвучен студией «Русский поезд» специально для канала LIP1995. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А тем, кому понравилась тема трамвая, предлагаю перейти по ссылке в описании и познакомиться с трамваями Таганрога. Спасибо за просмотр и до встречи на железной дороге!